Планшет Lenovo Tab M10 с поддержкой SIM-карт. Комплектация включает сам планшет, кабель USB-C, адаптер, скрепку для извлечения лотка и документацию. Устройство весит 460 грамм. Темно-серый корпус выполнен из металла и пластика. На левой грани расположены кнопка питания и качелька регулировки громкости, на правой – порт Type-C для зарядки, разъем 3,5 мм для наушников и сдвоенный лоток для сим-карты и карты памяти. Теперь об экране. Он построен на IPS-матрице с разрешением 1920 на 1200 пикселей и может похвастаться олеофобным покрытием. Диагональ составляет 10,1 дюйма. В отличие от большинства современных моделей, у этого планшета довольно мощные рамки. Из плюсов – хорошие углы обзора, высокий контраст и хороший цветовой баланс. Камеры стандартные. Основная разрешением 8 мегапикселей, фронтальная 5. Для видеообщения вполне достаточно. Сердцем устройства является 8-ядерный процессор Unisoc T610. Оперативной и постоянной памяти 4 и 64 гигабайта соответственно. Хватит для повседневных задач. Что касается стандартов связи, планшет поддерживает Wi-Fi 5-го поколения, Bluetooth 5.0 и модули сотовой связи 3 и 4G. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и обеспечивает работу до 10 часов на одном заряде в режиме просмотра видео. Неплохой показатель. Подведем итоги. Это небольшой планшет с модулем сотовой связи и стандартными характеристиками. На нем можно смотреть кино, серфить в интернете и играть в игры со средними требованиями. We'll be right back.